теме карантина мы еще вернемся, а пока к другим новостям. Недавно открывшийся сервис проката самокатов понравился далеко не всем. В Управлении защиты прав потребителей приказали владельцу сервиса убрать скутеры с некоторых улиц города. В противном случае чиновники собираются сделать это самостоятельно, а затем в суде добиться возмещения затрат на демонтаж, эвакуацию и охрану. Такие предписания управление разместило прямо на самокатах. Кроме того, их украсили сигнальной лентой. В документе сказано, что некоторые самокаты установлены без договора на право временного пользования местами для размещения элементов уличной торговли. Это в связи с тем, что якобы это была торговая точка. Если бы это была торговая точка, у нас должен бы стоять торговый представитель, или же это должна быть реклама с самокатами, но у нас нет ни того, ни другого. Поэтому нет, в принципе, в законах Украины таких вот подписаний под наш бизнес. Чиновники говорят, что одна из точек проката была расположена прямо на дороге недалеко от гостиницы «Лондонская». Самокаты якобы мешали проезду автомобилей, и поэтому сотрудники муниципальной стражи пожаловались на них в управление. Сейчас владельцы проката пытаются договориться с мэрией, чтобы сервис продолжил свою работу. Это все новое, как бы, мы первопроходцы, и нам придется это все регулировать как-то с мэрией. Вот, в принципе, мы на следующей неделе будем с ними встречаться и как-то это решать. А пока что представитель компании пообещал, что самокаты по возможности будут парковать таким образом, чтобы не мешать проезду автомобилей и основному трафику пешеходов.